член. Я люблю жирный член. Моя вагина веб. Большая тетя мэм. Срочные новости. На строительной площадке была найдена бомба времен Второй мировой войны. Скорее всего, она не взорвалась во время массовых бомбардировок, но до сих пор активна и опасна. Саперы уже в пути. Эх, где же моя пенсия? Я ж ветеринар. Мне вовремя должны приносить... О, блядь. А что это такое? Опыт какой-то. Я же уже никого не убивал давно. А, точно, пинг. Ты не против, если я выйду на минутку? Да, да. Ой. А? Я допустил ошибку. Эй, а знаешь ли ты, что когда ты улыбаешься, ты не чувствуешь своего языка? Погоди, это неправда. Ты такой милый, когда улыбаешься. Ложь! Привет, дружище! Ага, конечно. Ты же только что... Заткнись! Какой твой любимый фрукт? Ты. Что? Я сказала персики. Нет ничего плохого в грусти, Джей. Можешь просто выплеснуть всю свою грусть на меня. Что? Начался карантин? О, да! О, наконец-то я займусь тем, что мне нравится. Когда это, блядь, закончится? Я сейчас вернусь. Хаги, у нас нет времени. Ну, всего на одну секундочку, пожалуйста. О, боже. И куда едешь, подрезай. А почему ты нервничаешь? Я не нервничаю. Уверен? Я получил страшное письмо от правительства. Это нормально. Просто они хотят, чтобы ты сделал налоговую декларацию. Не волнуйся, я тебе помогу. Смотри, как все красиво сделано. Спасибо тебе за то, что ты взрослый и ответственный. Это было страшно. Папа, я не ломал ее. Сама, не шлепай меня. Папочка, я не ломал ее. Она сама. Надеюсь, папочка не станет меня шлепать. Эй, Из, сейчас Пасха, а не Хэллоуин. Я в курсе. Тогда почему ты в костюме зомби? Но она же посвящена чуваку, который воскрес из мертвых. Хе, ты действительно думаешь, что ты настоящий полицейский? Я все время думал, что это игра. Смотрите, ребята, это настоящий офицер полиции. Ты что, издеваешься надо мной? Нет, нет, нет. Морковка, там преступник. Где? Ха-ха, купилась. Сука. Нужно поднять левел. Но как? Если сунусь в инстант без оружия, то я труп. Ха-ха, да начнется резня. Ну блин, прыгай и бей. Да прыгай ты, блядь. Прыгай уже, сука, заебал. Ах ты, блядь, ты за это заплатишь. Вверх, Y, B, пидорас. Ха, получил, сука. Я выиграла, блядь, выиграла ты, уёбок. Ха-ха-ха. Да, блядь. Клёвая игра. Кто хочет раунд со мной в двоечка? Если ты сможешь обойти меня, пирожочек, я позволю тебе оседлать меня. Я в деле. Кто хорошая лошадка? Иго-го. Доброе утро. Что-то не так? Надеюсь, вы готовы к уколу. Ладно, док, сделайте это побыстрее, я боюсь уколов. Вы ведь знаете, что вакцины делаются в плечо? Да ладно, не стыдись. Гордись своей шикарной задницей. Кто тут у нас хорошая котечка? Чьи щечки? Кто тут такая милая? Я не милая. Конечно, милая. Ты только посмотри на себя. Нет, давай завязывай. О, как мы хмуримся. Милота. Да не милая я. Ну прелесть же. С днем рождения! У меня есть для тебя подарок, жаль, карантин продлили. Непонятно, когда я смогу вручить его тебе. Ух ты, а что там? Это сюрприз. Ух ты, а что там? Ну все, созвонимся позже, пока-пока. Так, к тому времени, как карантин закончится, я придумаю, что сюда положить. Хитрая шопа. Извини. Позволь, я скажу все прямо. Я хочу большого черного самца, и я не уйду, пока я его не получу. Ну ладно, но обещай, что вернешь его до завтра.
Посмотри на них, такие молодые и уже такие влюбленные. А ты, Джей, как ты думаешь, как далеко твоя половинка и когда вы увидитесь? Джей? Сука, стой, это же не наш фотик, блин! Люди продолжают думать, что я девушка. Может, дело в розовой толстовке и кепке с бабочкой? Парни тоже могут носить розовое. А это моль. Я большой страшный волк, бойся меня. Какой хороший мальчик! Идеальная девушка существует только в моем воображении. Я люблю тебя. Ну вот уж нет, с меня уж достаточно. Эй, хочешь местами поменяться? Эй, Виктория, хочешь сыграть в карты со мной и Антонио? Давненько мы не устраивали вечер игр братьев и сестер. Нет, а теперь проваливай. Я чатюсь с друзьями. Да ладно тебе, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да надоел ты уже. Слушай, Даллас, просто выйди и... Что такое валет? Продавая много сыра, будем деньги получать. На работе делать мёд никто не будет запрещать. Эй, сколько у тебя денег? Где 30 тысяч? Это ограбление? Вот, я продаю тебе 30 тысяч легких шлемов. Что? Что мне с этим делать? Я пекарь. Хм. Мэтт, ты снова выпил весь кленовый сироп? Разве я похож на того, кто может выпить столько сиропа? Да. Ладно, ты на свидании. Что ты сделаешь в первую очередь? Попрошу ее спариться со мной. Мама, мы дома. Мальчики, просушите шерсть насухо, чтобы не простудиться. Хорошо. А, ты намекала на полотенце. Виноваты. Когда незнакомцы начинают разговаривать со мной на публике. У меня обрывочная социальная тревога. Я хочу быть солдатом. Я хочу быть ютубером. Я хочу быть дизайнером интерьеров. Хе-хе, лис. Смотрите, кто выполз из своей пещеры. Чё? Не часто увидишь тебя вне своей комнаты. Чем ты там постоянно занимаешься? Я... работаю. У нас новый мойщик. Ага, говорят, он лучший. Это займет какое-то время. Нам требуется доброволец для внедрения в секс-оргию преступного общества. Я! Можно я? Похвально, офицер. Докладывайте, офицер. Что вы узнали? Дофига чего. Нового. В основном про себя.